Ага, это же элементарно. Этот ключ наверняка отпирает что-то важное. Молоток, заляпанный кровью. Холмс, в этой хибаре кто-то есть. Я заметил. Идемте. Держите револьвер наготове, на всякий случай. Эти подсвечники, несомненно, краденые. Откройте. Не пугайтесь, мы не из полиции. А вряд ли такое заявление их обнадежит. Холмс, это же дети. Боже мой, один из них ранен. Чего вам? Не подходите. Вы из полиции, что ли? Не бойся, я врач. Я хочу осмотреть рану твоего друга. Стойте, Ватсон. У меня есть пара вопросов к этим детям. Нет времени, Холмс. Здесь столько грязи. Риск заражения очень велик. Рана может воспалиться в любую минуту. Сейчас главную опасность для этих детей представляет скорее мистер Флетчер. Кто? Взгляните на рану, Ватсон. Разрез узкий и ровный. Сделан острым чистым лезвием. Любое другое, не столь прилежно заточенное, разорвало бы ткани, и разрез вышел бы неровным. И что это значит? Кто здесь может так внимательно следить за остротой своих ножей? Конечно, мясник. А единственный мясник тут – Сэмюэл Флетчер. Он как раз вставляет выбитое окно. Этот человек не забывает обид. Это вам кто угодно в округе скажет. Детям что-то угрожает? Тот, кто так умело обращается с ножом и обладает соответствующей репутацией, мог бы просто убить, полоснув по яремной вене. А не сделал он этого, вероятно, потому что воришки полезли за куском мяса ночью. Их спасло плохое освещение. Уверяю вас, мистер Флетчер наверняка их весь день ищет. Если найдет, раны будут самые меньшие из их неприятностей. Это правда. Чего вы хотите? Не дайте мяснику нас найти. Я мог бы компенсировать мистеру Флетчеру нанесенный вами ущерб. И он сразу перестанет вас искать. Но за это вы должны сначала помочь мне. А не то он найдет менее приятный для вас способ возместить свой ущерб. Нет, мистер. Я тут всех знаю. Я помогу вам. Защитите нас от мясника. Я ищу человека по имени Курц. Скажите, где его найти, и я улажу ваши дела с мистером Флетчером. Да Курца здесь всякая собака знает. Хуже него здесь никого не сыскать. Мы его зовем полковником, ведь он дрался с зулусами в Африке. Из армии-то его вышибли. Он свихнутый. Живет в 8-м доме по Бетти-стрит. Спасибо. Ватсон, займитесь раной, а потом мы уладим дело с мистером Флетчером. Мы должны защитить мальчишек от мясника, Холмс. Нет никакой необходимости. Я знаю Флетчера. Он совсем не такой монстр, каким я его описал. Если бы он хотел их убить, то так бы и сделал, даже при скудном освещении. Ранив воришку, он хотел предупредить, не стоит соваться в его лавку. Забудьте о Флетчере, Ватсон. Вы соврали, чтобы напугать этих бедных детишек? Именно. Удачная мысль, правда? Мистер, роскошный у вас костюмчик, что ни говори. Таких франтов тут не часто увидишь, честное слово. Смотрите, не боитесь запачкаться. Но если что, пойдем ко мне. Здесь недалеко, и я все мигом очищу. Лучше не ходите в день. Малярию подхватите или что похуже. Благодарю вас. Не сомневаюсь, вы бы отлично справились.
Правда, это вовсе не обязательно. Вы очень добры ко мне. Боюсь, нам лучше уйти, сэр. Вот, прошу, примите этот скромный знак моей благодарности за заботу. Ну, надо же! Спасибо! Вы очень щедры, ваше сиятельство. Всего хорошего, мадам. Мадам, слыхали? Да чтоб не сдохнуть, ну и типчик. Вы готовы, сэр? Да, пойдемте. Какой замечательный человек этот принц Вудли. Говорит с такой женщиной, как с равной. Надо найти Бетти Стрит. Бетти Стрит. Закрыто. Боже, Холмс, что за мерзость? Фу, ну и запах. Что здесь могло произойти? Спокойно, Ватсон. Опишите все в деталях и постарайтесь ничего не трогать. Как скажете, Холмс. Какая страшная рана. Кожа сильно рассечена. А тут все разорвано в клочья. Кожные покровы частично разложились. Однако смерть наступила недавно. Откроем дедуктивную таблицу, Ватсон. Собачья миска пуста. Кожа сильно рассечена. А тут все разорвано в клочья. Кожные покровы частично разложились. Однако смерть наступила недавно. Какая страшная рана. Какая страшная рана. Размер 9. Подбитые гвоздями башмаки. Такие носят рабочие. Размер 9. Подбитые гвоздями башмаки.
Виноград? Откуда здесь виноград? Это вчерашняя газета. Кто-то завернул в газету кусок мяса. Кровь еще свежая. Кто-то принес собакам еду. Вероятно, прямо перед тем, как случилась драка. И сразу же после того, как их покормили, они напали на человека, желая его сожрать. Невероятно. Старая фотография. На ней написано «Нашему боевому товарищу Джереми Курцу от ополченца Дже Малана, Блумфонтейн, 1883 год». Курц был в ополчении буров, сражался против своих соотечественников. Обрывок бумаги. Похоже, это извещение об увольнении. Жетон 58-го пехотного полка Ее Величества и приказ об исключении Курца из полка. Он служил в 1881 году. Полк в то время находился в Южной Африке. Курц участвовал в Англо-Бурской войне. Очевидно, наш приятель Курц в Южной Африке успел повоевать за обе стороны и не был никаким полковником. Хотя это меня как раз не удивляет. Предатель и дезертир, прикинувшийся полковником. Милейший джентльмен. Газета, повествующая о войне в Южной Африке. Курц явно следил за тем, что происходит на этой войне. Война с бурами чудовищна, и она до сих пор продолжается. А тут все разорвано в клочья. Кожные покровы частично разложились. Однако смерть наступила недавно. Какие ужасные раны. Должно быть, собаки были бешеные. Этой повязки один или два дня, не больше. Этой повязки... Сделайте записи. Так, не хватает пальца. Того самого, что мы обнаружили в доме епископа Найтсбриджского, Холмс! Это собачий укус. Вот, отметина от клыков. Только собака могла прокусить ткани так глубоко. Но, судя по всему, рану потом еще и обглодали.
Что вы об этом думаете? Материал на этом подносе довольно странный. Маленькие обугленные шарики. Маленькая горелка. Трубка со странным запахом. Сомнений быть не может. Судя по трубке и потому, что лежит на подносе, этот человек курил опиум. Опиум? Вряд ли он был приготовлен здесь. Для этого нужна настоящая лаборатория. В моей дедуктивной таблице чего-то недостает. Мы упустили что-то важное. Вернемся в больницу и попросим вашего коллегу предоставить нам морг на пару часов. Что вы хотите сделать? Вздремнуть. Или пикник устроить. Хватит уже, Холмс. Следующий неизбежный шаг нашего расследования – это вскрытие. Сами знаете, Ватсон, когда жизненно важные органы не функционируют, каждая минута на счету. Поторопитесь и найдите место для вскрытия, а я организую транспорт. Хорошо, за дело.